Добрый день, уважаемые жители города Флорешта. С 2014 года мы предлагаем элементарные вещи, на которые не нужны деньги. Например, отменить иммунитет для всех депутатов парламента. Нам нужно ввести закон презумпции виновности чиновников. Что это такое? Когда каждый чиновник должен доказать, откуда у него деньги на машину, земельный участок, дом и так далее. Если ты не можешь доказать происхождение денег, у тебя это должны конфисковать. Вы все видели в течение последних 30 лет разных политиков, разные партии. Вы видели тех, кто одни обещали золотые горы, вторые обещали пенсию, как в Европе. В результате в стране за 30 лет не открыли даже национальную лабораторию для того, чтобы вернуться к ГОСТу, который был конституцией для всех производителей. Я хочу, чтобы вы понимали, что первая задача, а это план модернизации страны по ключевым направлениям, это сельское хозяйство, экономика, инфраструктура, медицина, это должно быть нашим приоритетом. У нас абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы возродить среднее техническое образование. Мы сегодня говорим о том, что стране нужен завхоз и хирург в одном лице. Если мы установим аптечные автоматы в примарию каждого села в стране, во-первых, у людей будут самый минимальный пакет лекарств будет на месте в деревне. Не нужно будет ездить в район. А самое главное, люди увидят реальные цены на медикаменты, а не те, которые вы видели и видите сегодня. Я вам даю слово, что я сделаю все возможное и невозможное, чтобы люди были дома. А самое главное, они сами приедут домой. Людям просто нужно решить проблему, чтобы они имели где работать. Все остальное они сделают сами. Очень жарко. Еще раз вижу молодежь, вижу пожилых людей. Огромное спасибо. Все у нас получится. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.